Привет, друзья мои! Я должен сообщить, что в прошлом ролике, который был посвящен Алексею Навальному, мною допущена неточность. Причем я сказал, что я разберусь, попытаюсь разобраться в этой истории. История какая? История о федеральном бюджете. История о бюджете Омской области. И мне на самом деле было интересно, каким образом Омская область остается должна. При этом, что бюджет Омской области формируется с дефицитом бюджета, то есть доходы, расходы. Я узнал. Я узнал, и на самом деле центр, грубо говоря, забирает практически там все. Ну, там кто-то говорит 70%, да? А потом это отправляется назад. Это пагубная система, я считаю, особенно для федерации, и здесь действительно мною допущена неточность. Я очень рад, что много людей пришли, как всегда, с оскорблениями, начали мне об этом сообщать. Сейчас вы можете там их не искать, потому что мне подсказывают, что они вроде как улетели все в бан. Эти же люди хавают ложь Алексея Навального без проблем. Хавают явную ложь, хавают явную манипуляцию, хавают рассказы про «я сделаю зарплаты минимальные такие-то», хавают ложь по персоналиям, по людям, хавают ложь по определенным фактам, хавают, причмокивают и говорят «спасибо, хотим еще». Я без проблем признаю, когда ошибаюсь. Я не вижу в этом ничего страшного. Много раз признавал свои ошибки ваш Бог. Я буду продолжать им заниматься, конечно же. Как вы там пишете? Кремль проплатил. Ну да. Мне же нравится, когда платят больше. Пока. Don't you ever say I just walked away, I will always...